В Захарово прошел фестиваль семьи. Он объединил участников религиозных организаций, представителей местных властей и жителей округа, в числе которых были и многодетные семьи. Программа праздника была разнообразной и включала в себя театрализованное представление и величание семейных пар округа по старинному обычаю от театра Натальи Бондаревой, традиционный велопробег «Звенигород-Захарово», конное шоу, тематические мастер-классы, концерт.